Вот такие мы. Чистые, красивые. Да, Льва? Выкопали папе яму очередную. Альва, яму-то зачем выкопала? Альвушка. Такая у нас красивая собака. Для сравнения, женек, который ничего не копает. Только траву ходит щиплет. Вот Альва. Яму зачем выкопала? А? Тебе на выставку ехать. В воскресенье. А ты грязная, как свинья. Дай глаза почищу. Вот еще одна хрюшка. Хрюшка. Не еще на меня лапами. Мальта, куда пошла? Да, женек. Вот женек. Ой, травку щиплет, да, женек? Да, мой женек. Смотрите, какие мы чистые. Морда коричневая. Шуба коричневая. Как на выставку пойдем? Ты? Хрюн. Альф. Пойдем, женечку, на качелю посидим. Пойдем? Пойдем. Жень, на качели. Пойдем. Идем сюда, женечку, садись. Садись, скоро мы качельки соберем. Ну что, тут для троих места-то маловато. Ну, замечательно. Мальта, и ты давай присоединяйся. Селфи-палки-то нету. Для тех, кто соскучился по закату. Лужа любимая. Да, вкусно здесь. Из миски невкусно. Из лужи вкуснее. Правильно. Пойдем, Жень, на качель. Пойдем. Иди. Иди, Женечка. Иди, Женечка. Иди, садись. Иди ко мне. Женя, иди ко мне. Жень. О-о-о-о-о, рыжая лисица прибежала. Чего ты прибежал? Что тебе надо?
Мальта. Мальточка. Какие же вы грязные, а? Одна Женя более-менее чистая. Ничего, скоро заборчик нормально хороший поставим.